Вот такого вот красавца мы приобрели вчера в салоне Boston Auto, который находится в городе Волгоград. Машина 2018 года. Состояние этой машины идеальное. Претензий к ней абсолютно никаких нет. Переделана эта машина, насколько я знаю, из фургона. И поставлен вот этот вот кузов, который открывается на три стороны и служит очень хорошим подпором в сельском хозяйстве. Эту машину мы пригоняли своим ходом. Хотели проверить качество и надежность. От Волгограда эта машина прошла ровно 1052 километра. Нареканий нет никаких. Я думаю, в дальнейшем эта машина будет служить. Вот ее салон. Все здесь идеально. Я думаю, такая реклама для автосалона будет очень хорошим делом. Даже подкрыльники стоят на автомобиле. Ну, еще мы думаем еще одну машину такую купить. И будем дальше работать. Большое спасибо лично Юрию Грошеву. Машину мы это заказали. И нам сделали ее буквально в течение недели. Вот такая красавица у нас есть.